Добрый день, дорогие друзья! Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, Апарин Герман Викторович, городской округ Королев. Сегодня в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Мой герой» я хотел бы вас познакомить с жителем нашего города, с человеком, который внес огромный вклад в нашу великую победу, генерал-полковником технических войск, героем социалистического труда Василием Гавриловичем Грабиным. В 1942 году в городе Калининграде было образовано Центральное артиллерийское конструкторское бюро ЦАКБ, начальником которого стал Василий Гаврилович Грабин. Под его руководством были разработаны знаменитые дивизионные пушки ЗИС-3, танковые пушки, устанавливаемые в башнях танков Т-34 и знаменитые звероводы пушки БС-3. Они получили свое второе название за способность пробивать броню немецких танков, тигров и пантер. Даже немецкие офицеры отмечали мощность этих пушек. Орудия, разработанные под руководством Василия Гавриловича Грабина, стали самыми массовыми, выпускаемыми в период Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в нашу великую победу. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Московской области поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы, желает всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.